Каждый год с 24 на 25 декабря в Эстонии наступает главный любимый праздник – Рождество, но перед ним целых 4 недели предвкушения светлого события. Улицы принарядятся яркими огоньками, в магазинах будут продавать ароматный глинтвейн и украсятся дома и квартиры. В Эстонии время подготовки к празднику – Адвент. Адвент начинается с сегодняшнего дня, с 29 ноября, ровно в 2 часа зажигаются свечи. Слово «адвент» пришло от латинского «адвентус» и в переводе означает «прибытие», в переносном смысле «ожидание рождения Иисуса Христа», который, согласно католической Библии, родился 24 декабря. В течение 4 недель адвента верующие готовятся пришествие Иисуса. В Средневековье время Адвента длилось дольше и занимало 5-6 недель. Людям полагалось во время подготовки к пришествию поститься, размышлять о скоротечности жизни и поминать умерших. Пастор будет какую-то речь говорить. Мэр города. Патрик, наверное, замерз. Наступило время дарить деткам подарки. И самый интересный подарок, который ждут целый год детки, это календарь Адвента. Календарь, где 24 дверки. И по сути это ведь коробка с шоколадными конфетами. Но только там, в упаковке, каждая конфетка лежит отдельно. В отдельной пронумерованной ячейке, которая соответствует дню на календаре. 24 ячейки на каждый день месяца, начиная с 1 декабря и до Рождества. В первый день каждый ребенок достает из календаря первую конфетку, спрятанную под датой начала Адвента. И в течение следующих дней достается и съедается еще одна конфетка. А когда ячейки календаря опустеют, вот и наступит Рождество. Ну разве это не замечательно? Большинство людей в масках. Очень мало кто без масок, потому что понимают, что надо соблюдать требования, чтобы не заболеть. Помогает, не помогает, это уже дело десятое. Самое главное, что это соблюдается. Все равно люди веселятся. Приятно ведь праздник. Играет музыка. Красивая елка в городе. И как здорово! Правда, снега нет, вот это жалко. Но все равно настроение праздничное. Первый адвент, зажжение свечи. На улице нет ветра, но чувствуется, что все-таки холодно. Посмотрела на градусник в городе. 0 градусов. Да, зима. Куда денешься? Народ потихоньку подтягивается к елке, чтобы послушать пастора, послушать мэра, ну и немножко прогуляться. В былые времена вся площадь была бы заполнена людьми. Ну а сейчас... Сейчас вот так вот. Но все равно народ есть. Ждут, когда наступит зажжение первой свечи. Люди пришли повеселиться и поднять настроение себе. Первый адвент – это тот момент, с которого мы начинаем готовить себя духовно к встрече Рождества. В этом году это время особенное. Мы прекрасно с вами знаем, что сейчас очень сложная эпидемиологическая обстановка, и поэтому именно в этот период мы должны еще больше заботиться о своих близких, о своих детях, о своих семьях, особенно о людях, которые уже не молоды и которым нужно особое внимание.
В этот период мы готовимся к тому, чтобы встретить Рождество. Но, как мы все с вами знаем, что период ожидания и подготовки, он такой волшебный период. Именно в этот период мы с вами ходим по магазинам, покупаем подарки, хотим сделать что-то приятное своим близким, обдумываем, как украсить наш дом, как украсить наш праздничный стол. И, наверное, вот это ожидание праздника, оно по себе тоже очень волшебное. К детям начинают ходить, гномики приносить подарки. И вот это предпраздничное состояние в наших душах мы дарим друг другу. Я желаю вам всем, чтобы вы все были здоровы, чтобы вы все берегли друг друга. И я призываю вас не собираться большими компаниями, встретить Рождество в тихой семейной обстановке, принести друг другу в дом праздник. И сегодня вы принесете в дом священный огонь, с которого начинается этот период. Я желаю вам всем, будьте здоровы, будьте внимательны друг к другу, берегите себя. И я объявляю рождественский мир. Айтай провалина бэла. Дорогие друзья, еще внимание на то, что вы видели, мы тут ограничения делали, ограды поставили. Будьте, пожалуйста, бдительные. Туда поставят вам свечи, оттуда вы можете потом получить и огонь. Aga nüüd on tantsupõrand teie päralt, armsad. Rahvatantsu ansambli Virulane. Nad tantsivad meile kärukolka, kolonni tantsu ja õige ja vasemba. Juhendaja on Vaili Viirlaid ja assistent Taiva Aljaste. Palun! Võtavad nüüd koha sisse siin meie selja taga laterna hoidjatena ja nagu te näete, siis pannakse ka küünlad välja ja ma praegu järgmisena annangi sõna Jõhvi Mihkli koguduse pastorile Peeter Kaldurile. Pažalosta, nii hidite süda võtad kruug. Соблюдаем спокойство. Всем хватит, все могут получить свою свечу. Спасибо вам. Я палю, нара Петер Калдур. Дорогие жители города Кутаярви, пророк пишет нам, смотри, тебе придет король справедливый и помогающий.
Может быть, мы живем в демократическое время, для нас король, для многих совершенно является непонятным, но тем не менее, есть что-то выше нас. Есть радости, есть горести, которые не от нас зависят, которые стоят превыше нас. И то же самое, королевская власть, власть божественная, стоит выше нас. Иногда просто смотрит, но иногда и вмешивается. Время Адвента, время подготовки к Рождеству, подготовки к концу этого года, к Новому году. Это время радости, время подготавливать себя, время, чтобы дарить друг другу, дарить улыбку, дарить радость. Это все нам дано. Дано для того, чтобы мы несли хорошие плоды в нашей жизни. Soovime teile ilusat esimest adventi, rahu teie hingesse, rõõmu teie südamesse ja... Марципан с брусникой. Вот такая вот свеча адвента. И вот так он выглядит. С чашечкой кофе замечательно будет. Первое воскресенье адвента зажигается одна свеча. Во второе две и так далее, чтобы с каждой недели становилось светлее. В итоге в последнее, четвертое воскресенье адвента над еловым венком будут зажжены все свечи. Первая свеча именуется свечой пророчества. Она символизирует библейские пророчества, предшествующие появлению Спасителя Иисуса Христа. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну или дизлайки, кому что нравится. Хорошего вам настроения, хорошего вам дня. С первым адвентом вас! Пусть всегда горит свеча надежды. Пусть всегда будет мир, любовь, благополучие в семьях. И пусть всегда будет счастье и радость. Пока!